Психология сотрудника Комитета госбезопасности СССР. Если в двух словах, какая она была? Ну, психология служения своей организации, своей родине, своей системе, я бы сказал даже. Вот родина может быть на последнем месте, но она всегда стояла как бы задний фон для всего остального. Потому что, в общем-то, в задачи любых органов безопасности входит охрана безопасности государства.